Прикол, ребята. Вот здесь были эти мешки. И перенеслись. Раз, два, три. Вот там торчит кусок. Алиса, ты что там ешь? Вдруг я еще обнаружу доказательства преступлений. Эти мешки какие-нибудь. Это. Привет, я Энни Мэджик, и помните, ребят, на днях я ходила с собаками со всеми своими четырьмя на прогулку в лес, и они там обнаружили какие-то мешки, и это было несколько мешков, наполненных мясом. Я тогда очень перепугалась и вообще не знала даже, что делать, решила узнать про это побольше. Этот лес находится за нашим забором, и по сути в округе здесь нет людей, которые могли бы совершить такое, чтобы выбросить в лес мешки с мясом. Я тогда еще сказала, что может быть это человечина, а вдруг это какой-нибудь маньяк убил кого-то и оставил там, ну короче. И сегодня я решила вернуться в этот лес и проверить, на месте ли те мешки. Во-первых, потому что вышло об этом видео, и кто-то, кто выбросил эти мешки, мог это видео видеть. А второе, я провела небольшое расследование, поспрашивала кое-кого и кое-куда сходила. Я вам все это по пути расскажу. Я решила пойти в этот раз без собак, и по пути тоже объясню почему, но здесь во дворе сейчас гуляет киска Алиска. И самый прикол в том, что когда мы ходили в этот лес за грибами, еще до того, как мы обнаружили эти ужасные мешки, киса Алиса очень часто ходила за мной. И мне кажется, что сейчас она сделает то же самое. Просто для меня это реально удивительно, что кошка, как собака, следует за тобой в лес, далеко от дома, ходит везде с тобой, что-то нюхает, там прыгает по деревьям. Ну, короче, вы это увидите, я думаю, что вы тоже удивитесь. Сейчас позову киску Алиску, а вы пока что ставьте лайк, если хотите, чтобы я воплотила тот эксперимент, который я придумала, следить за собаками, куда же они пойдут, если меня не будет рядом, подглядывать как бы, или повесить камеру на кошку, куда же она ходит. И обязательно пишите свои комментарии внизу, потому что я всегда их читаю, ставлю на них сердечки. В общем, мне всегда интересно почитать, что вы думаете, задавайте вопросы. Пошли со мной в лес, как ты это делаешь иногда. Давай. Да? Ты разговариваешь? Алиса. Алиса. Алиса, по-моему, вперед меня уже идет по тропинке. Пошли, Алиска, за ворота. Давай вперед. Так, все, мы вышли. Она сейчас будет тут ходить, как царица леса. Мне это всегда напоминает каких-то диких кошек. Она как дикое маленькое животное. Что? Что? А еще такой прикол, когда я раньше ходила в лес за грибами, и она вот так же шла со мной, просилась, типа, возьми меня с собой. Она идет и мяукает. Мне кажется, когда она так делает, она говорит, подожди меня! Один раз была такая смешная ситуация, когда она вот так кричала, бежала сзади, такая мяу-мяу-мяу, издавала эти звуки. А я шла вперед, не обращала внимания, а потом, когда она в итоге докричалась, я остановилась, оборачиваюсь, а она села свои дела сделать. То есть она такая, подожди, я в туалет схожу, не иди. Вообще, мне всегда так прикольно видеть, как кошка в лесу. Кстати, те, у кого есть кошка, напишите в комментариях, расскажите про своих кошек. Когда-нибудь выходили с ними в лес, брали их с собой, делали они так или нет? И те, кто живет не в квартирах, а в частных домах, выпускаете ли вы кошку за территорию или ходите с ней, гуляете, и гуляет ли вот так она ходит за вами, как это, как собака? Давай, пошли дальше. Я в прошлый раз играла в прятки с собаками, можно в прятки с Алиской играть. Я сейчас стою за деревом, она меня не видит. Смотрите, мимо проходит такая. И мяучит. Что? Нашла меня, да? Да. Я сейчас убежала от Алиски и спряталась за вот такой вот огромной глыбой. Гниющее мясо в лесу – это очень опасно. Я когда с собакой это обнаружили, еще не подумала, а потом мне знакомый ветеринар сказала, что ну вообще это очень опасно, если собаки хоть немножко съедят вот этого мяса. Это может повлечь за собой страшные болезни. И если окей, собаки, никакие животные не найдут это мясо, но сам факт, что оно лежит и гниет в лесу, еще и в мешках, которые не растворяются в земле, оно портит экологию леса и привлекает всяких паразитов. Короче, я спрашивала местных, они сказали, что нет, вряд ли кто-то из местных мог такое совершить, их тут не так много, все друг друга знают, и как бы, окей, хорошо. Мне кажется, что никто из них это сделать не мог. Киса Алиса пока не идет, она что-то меня найти не может. Либо Алиса меня потеряла, либо она просто забила и не ищет меня, и надо сейчас будет ее позвать, но она точно обязательно придет. В общем, вторая тема – это ферма. Вот она где, кошара, забралась на дерево, наверное, чтобы меня разглядеть. Она так иногда делает, чтобы вдаль куда-то увидеть. Она залазит на дерево, да, Алиска? Я выяснила, что в районе есть две фермы. Одна по производству мяса из быков, а вторая по производству молока и молочных продуктов от коров. И я подумала, а вдруг у них что-нибудь случилось с какой-нибудь коровой, что-то произошло, она заболела или еще что-то, и они, чтобы укрыть это событие, порубили эту корову и принесли ее сюда в лес. Ну, мало ли что, я не знаю, но вот такая мысль мне возникла. Просто царь леса сидит.
Король лев. Я дошла до одной фермы, но там вообще не было людей, и была куча диких собак вокруг, что я побоялась заходить, они охранники, видимо, этой фермы. В итоге я никого не увидела, ждать было, блин, очень долго, шел дождь, и я забила. Кстати, если обратить внимание, вот эта вот веточка, она как бы лежит на этом большом дереве и покачивается. То есть у нее нет устойчивости, она не из этого дерева растет, она как качелька так покачивается. Вторая ферма находится слишком далеко, и у них там и так достаточно своего леса. Что ты там увидела? Странно. Пойдем, Алис. Вы видите какой-то лес, да? Это не чистый лес, сосенки стоят и земля, тут кругом бурелом и кругом ветки. И чтобы дотащить сюда мешки от дороги, надо иметь большие силы. Продолжаем играть в прятки с кошкой, я в траву спряталась. Она запрыгнула на дерево, черт! Чтобы разглядеть. Интересно, она меня тут увидела? Мне кажется, она смотрит на меня, но не понимает, я это или нет. Ладно. Будем считать, что ты меня нашла. Кого ты там ловишь? Ну, наверное, думает, что это мышка под листьями. Давай, залазь. Давай, Алиска, давай. Смотри. Смотри, кто это? Убегаю от Алиски. Сейчас спрячусь опять от нее где-нибудь. Я вижу, как она там бежит. Что это за зверь? Неужели по следам, я правильно понимаю? Все, нашла. За листиком прыгает. Вот она, та самая тропинка. Тем, ой, мешкам. Алиска идет за мной, как положено. Пованивать уже начинает. Я уже чувствую запах. Фу. Алиска, ты тоже чувствуешь запах, да? Только ты не подходи. Прикол, ребята. Вот здесь были эти мешки. А сейчас их нет. Их все-таки утащили. А почему воняет тогда так? С вот этого места. Вон даже тут пакетик какой-то валяется. Мешки разделились. Явно уменьшились в размерах и перенеслись. Раз, два, три. Они вообще практически пустые. Пустой мешок. Посмотрите, он пустой практически. Вот там торчит кусок мяса. Ноги чьей-то или это человеческое? Вообще не знаю, это капец. Вот тот мешок, третий, вообще пустой. Реально, вообще пустые. Прикол? Чё? Куда оно делось? Кто его вытащил из мешков? И вот еще мешочек, там в нем все-таки что-то еще осталось. У нас здесь бегают всякие вот эти вот собаки практически дикие. Алис, пойдем. Алиса, пошли. Пошли, не ходи туда. Должна же я, мэджик, найти виновника вот этого события. Более того, а если там, как я сказала, не просто какое-нибудь мясо? Ну, короче, но склоняйся все-таки к тому, что это сделали собаки, потому что, ну... Хотя почему тогда собаки тащили куда-то эти мешки? Они могли на том же месте просто вытащить все мясо и все. А если это человек, то зачем он это сделал? Может, он не смог их дотащить обратно? Я не знаю, короче. Алиса, ты что там ешь? Что там такое? Зачем ты ешь листик? Что это было? Я решила углубиться в лес, походить еще побродить. Вдруг я еще обнаружила доказательства преступлений. Эти мешки какие-нибудь. Что это? Видите, нет? Я впервые пошла в этот лес так далеко и обнаружила здесь решетку. Это что за новый прикол? Я никогда не видела, что здесь есть какой-то забор. И что здесь можно перекрывать? Здесь домов, по сути, нет никаких, и людей никто не живет. Она очень высокая. Вот я полностью во весь рост не могу даже дотянуться до края. Вот столбы. То есть она продолжается туда и туда, получается. Смотрите, я отошла подальше от решетки, чтобы показать вам. Вот там вот эта вот голубая фигня непонятная. Это типа водобашня, что ли? А рядом с ней еще какой-то голубенький домик. Он вот туда не видно. Но почему оно все за решеткой? И откуда она вообще тут взялась? Смотрите, блин, я не успела
успела снять, как она запрыгнула на березу. Прошла мимо мухомора. Помните, мы когда с собаками на прогулку ходили, много грибов видели? А сейчас грибов нет. Уже, видимо, не сезон больше, и растут вон одни мухоморы. Полезла на дерево. Ай, блин, спрыгнула. Смотрите, еще целая семья мухоморов. Вот там еще на дереве. А Алиска пробирается за мной, да, давай. Поговори со мной, Алиска. Смотрите, как она органично смотрится просто в лесу, такой дикарь. Распушивается так прям, хвост трубой, щеки пушистые-пушистые. И все время так, о-о-о-о, куда-то смотрит. Я вот отошла от нее подальше, а она где-то там затаилась, а сейчас такая догоняет, да? Да, и разговаривает. Пойдем? Она еще так красиво сидит и вообще смотрится в таком осеннем лесу. Что такое? Что такое? Так кто тебя звал? Ты сама же со мной всегда ходишь. Да. Смотрите, как Алиска странно повисла на дереве, одну лапу спустила. Что ты там увидела, Алис? Что ты там увидела, а? Кто там? Никого? Пойдем дальше. Алиса, на самом деле это вышло уже закатное солнце, и еще пару часов и стемнеет, но мне теперь очень интересно узнать, что же это за забор, что он охраняет, и попасть как-то за его территорию. Но не сегодня, потому что на это уйдет немалое количество времени, а уже может скоро стемнеть, и нам надо возвращаться домой. Так что если вы хотите, чтобы мы вызнали, что это за таинственная территория, и что это за домики там, и что за водобашни, заброшены они или нет, то ставьте лайк или пишите комментарии. Я, конечно, любопытная Варвара, мне все интересно узнать. А вдруг эти, этот забор связан как-то с мешками? Не знаю. Да, Алис? Короче, переходить по ссылочкам новые ролики на их канале питомцев. И уже очень скоро увидимся в новых роликах. Что-то ветер какой-то начинается и тучи. Сейчас вообще может дождь пойти. Пойдемте скорее.